Всем привет, это Призариум.ру, и сейчас мы разыграем акцию от идеальных переговоров от Вячеслава Донина. Это такой тренинг, который пройдет 18 мая в пятницу, а нет, 19 мая пройдет в субботу, и, собственно, вот победитель сможет попасть туда бесплатно. Итак, в акции участвовало 244 человека, что, в принципе, неудивительно, тема достаточно узкая, но будем надеяться, тот, кто выиграет, тому действительно это понадобится. Для участия нужно было вступить в такое вот мероприятие. Итак, давайте перейдем к определению победителя. В акции участвовало 244 человека, и они расположились всего на 4 страницах. На сайте random.org вводим с 1 по 4 страницу, получаем номер 4. 4. И здесь всего 4 участника. С 241 по 244. 241, 244. Итак, 243. Это наш победитель. Влад Чашин. Итак, смотрим. Друзей хватает. Фотографии. Пока реальная была только одна. Смотрим еще. Альбома. Фотографии на стене Влада. Фотостатус РФ. Ну, в общем, реальных фотографий Влада-то, собственно, и нет. Так что, Влад, прости, но приз мы тебе отдать не можем, да я думаю, тебе не особо-то и нужен. Учитывая, что ты из города Псков, вряд ли смогу приехать в Москву, или где проходит тренинг, он у нас проходит в городе Москва, да. Вряд ли приехал из тренинга сюда из Москвы, из Пскова в Москву, поэтому, Влад, ищем дальше. Кстати, можно идти в нашу группу Призариума. Так, это моя страница. На Призариуме у нас в нашей группе написано «Проверяем мы сейчас или не проверяем». Запись. Да, мы сейчас проверяем запись на стене, уже проверяем. Итак, идем дальше. С 1 по 4 страницу. 1, 4 страница, дирейт номер 4, опять. 241, 244. Будет смешно, если выиграет снова тот же человек. 241, 244. Дирейт. Нет, уже нет. Выиграл Игорь Коротков из города Минск. Зачем ему участие в тренинге, не знаю, но в тренинге не было оговорено условия участия, поэтому так, проверяем, фотографии реальные, человек реальный. Смотрим запись на стене. Запись на стене есть. И последнее, подписался ли он на группу, ну, точнее, вступил ли он в мероприятие. Так, участники. Поиск по участникам. Игорь. Да, Игорь вступил, поэтому, Игорь, вы получаете в подарок вот такой вот, да, вы получаете подарок тренинг «Идеальные переговоры» от Вячеслава Донина. О том, как получить приз, свяжитесь, пожалуйста, с нашим менеджером, его зовут Виктор Бабицкий, а его контакты есть в нашей группе vk.com/призариум. Всем удачи!